Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. Две мамбы и один ведущий. А все почему? Потому что сейчас мы будем стрелять с вами с обычного арбалета силы натяжения 120 фунтов и с усиленной мамбы силы натяжения 200 фунтов. Чтобы было проще ориентироваться, на усиленном арбалете стоит, ну, как бы вам показать бы, на усиленном арбалете есть приклад, чтобы вам было проще ориентироваться. На обычной мамбе приклада нет. Мамба 120 фунтов. И стрелять мы будем по Мерседесу. Точнее, по части Мерседеса, а именно по двери и по стеклу в этой самой двери. Начнем, наверное, с металлической части двери. Понял. Звук был приятный. Звук был приятный. А с усиленными плечами что у нас будет? Мне кажется, или я попал ровно в дырку от обшивки. Давайте я еще раз лучше выстрелю. Куда-нибудь рядом с первой сейчас прицелюсь. Вот так вот. И давайте еще с бродхедом выстрелим. Удивительно. Пойдемте посмотрим. Вот это у нас самое первое отверстие от неусиленной мамбы. Вот это второй раз, как я аккуратненько прям попал. Даже вон... Короче, ладно. Ну, видно, что просто попало в отверстие, поэтому перестрелял вот тут. Ну, тут, собственно, тоже отверстие есть. А с бродхедом тоже, смотрите, как у нас хорошенечко прорезала дверь. Я думаю, еще будет интересно с дума выстрелить, потому что дум помощнее. Мне кажется, дум должен прям насквозь пролететь. Это старенький какой-то Мерседес, потому что сталь еще такая прям толстая, жесткая. Видите, да? Это у нас мамба с усиленными плечами, но это та, которая у нас прошла в отверстие. Она решила с этой стороны пробить дверь. Хотя, на самом-то деле, если прям совсем по-честному, то тут... Я не чисто в дверь попал, то есть, ну, тут, видите, там вмятина тоже такая есть, неплохая. Да, давайте попробуем по стеклу. Мамба 120 фунтов, выстрелим по стеклу. Начнем, ну, понятно, что, скорее всего, это на один раз. Но если мамба со 120 справится со стеклом, то как бы усиленная точно справится. Не пробило. Давайте тогда с усиленной мамбы стрелять. Давайте пойдемте, пока у нас тут стрелы готовят. Пойдемте посмотрим вообще, вот, есть ли хоть царапина, хоть что-то на стекле. Может, трещинка какая пошла. Какой-то странный след вот этот вот. Я не знаю, ну вряд ли это от наконечника. Скорее вот это, наверное, от наконечника. А это, наверное, от древка или от оперения, которое чиркнуло. Но как бы нифига. Но я и попал в самый центр, самая жесткая часть. Так или иначе, сейчас с усиленной выстрелим. На удивление, тоже не получилось. Ну, я думаю, если взять бродхед, то тогда мы эту дверь и с мамбы возьмем. Это первая стрела от мамбы 120 фунтов. Ну, в общем-то, она воткнулась и метров на, наверное, 20, может, 30 она наверх улетела. Ладно, на этом все, друзья. С вами был канал Beer Hunter. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и до новых встреч!